бочку сделать. Ты хочешь бочку сделать на 180? Нет, смысл такой. Да нет, это надо попробовать, но опять физически провисеть. Вы несколько секунд падать, ну, на пол. Давай хотя бы потягивай до 15 раз доведем, парни. Вам что, Артем уже без малого, да, там через недельку 20 сможет подтянуться. То есть уверенно 15 раз подтягиваться. Это и есть показатель, что он может делать. Владян, я надеюсь, близко к 15 подошел. Аккуратно, руки, Владян, руки. Вот ты сейчас знаешь, что мог сделать? Подними сильную руку, за турник, зацепи сильной рукой. Правая сильная или левая? Зацепи. Оп, тихо. Артем, ты его под ноги страхуй, чтобы ноги не завалились. Вниз, Влад, ноги опускай на Артема. Участники. Потому что сегодня вот циркуль пытались. Сейчас мы сделаем. Вот здесь уравновесь. Ножки вместе, попробуй равновесить. На спине провисеть, отбалансируй. Поднимайся, аккуратненько поднимайся, таз подтягивай. Либо наоборот, спускайся на предплечье. Ноги вперед, вниз спускай на предплечье. На вот это действие, да? Давай, на предплечье. Выводи руку. Ай! Ё-моё! Давай, Диман, следующий, в темпе, связку. Мамке привет передай, давай. Привет! Ну, дальше так, шпагат. Практически ручки шпагат. Давай, ногу. Я думаю, сейчас замок закроешь на одной ноге. Че, бунду? Паучка? Давай, паука вниз головой. О, смотри, на одной руке держишься? Ох ты, мастер йоги. Давай, ну, держись на одной руке. Нет, Димон, ты ногу отпустила, надо руку отпустить. Ну. Так, ну, да, ну, еще 5, 4. 3, какой несет, когда тут висит, например. Да ё-моё. Так, ладно, начать.